22 мая в Азербайджанском государственном педагогическом университете состоялась торжественная церемония награждения победителей 16-й республиканской олимпиады на русском языке. В этом году олимпиада посвящена 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и 230-летию со дня рождения Мирзы Шафи Вазеха. С приветственным словом к собравшимся обратились и наградили победителей олимпиады посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, заместитель руководителя аппарата Министерства науки и образования Азербайджан Эльвин Рустамов, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зинуров, ректор Азербайджанского государственного педагогического университета Джафер Джаферов, торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и заместитель директора Института образования Азербайджана, депутат Милли Меджлиса, председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин. Я очень надеюсь, что те, которые прошли, не только те, которые вышли победителями, но и вообще прошли через это все, через этот процесс, они, конечно же, вот этот заряд во время подготовки, проведения олимпиады, они сохранят надолго. Чем больше будет культурных и образовательных связей между народами, тем больше мир станет краше. Развитие отношений в области образования и культуры является одним из очень важных направлений, потому что взаимное проникновение, взаимное знание обычаев, языка, культуры двух стран – это очень важно. Поэтому мы, в принципе, добились, что с прошлого года в одном из московских вузов стали преподавать азербайджанский язык как первый иностранный. Спасибо Азербайджану за то отношение к русскому языку и, наверное, огромную роль в отношении к русскому языку общенационального лидера Гидара Алиева. И 15-я прошлая олимпиада, если вы помните, она была посвящена как раз столетию Гидара Алиева. Он в свое время говорил, что Шекспира я хочу, чтобы азербайджанцы читали на английском языке, Пушкина, Толстого на русском языке. Я помню, когда как-то один из российских журналистов сказал Ильхам Гейдаровичу о том, что, вы знаете, вот некоторые говорят о том, что вот это внимание к русскому языку, количество школ и так далее, это все насаждается как бы административным путем. Ильхам Геннадьевич тогда усмехнулся и сказал, что это такой же вопрос был задан когда-то и Гейдару Алиевичу. И я вам отвечу, что мы действуем по желанию народа Азербайджана. Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и образования Азербайджана, посольство России в Азербайджане, Институт образования Азербайджана, представительство Россотрудничества в Азербайджане, Русский дом в Баку, а также Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Информационную поддержку мероприятию оказали торговое представительство России в Азербайджане, Русская община Азербайджана, Азербайджанский университет языков, Азербайджанский государственный педагогический университет, а также телеканал Баку ТВРУ. Победителям и директорам школ были вручены дипломы и памятные подарки от представительства Россотрудничества в Азербайджане и торгового представительства России в Азербайджане. Музыкальную программу подготовила доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии Алена Инякина. Прозвучали номера в исполнении заслуженного артиста Азербайджана Антона Ферштанда, выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли Амины Ахмедовой, артистки Азербайджанской государственной хоровой капеллы Камилы Имановой, концертмейстра Бакинской музыкальной академии Диляры Керимовой и выпускницы Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли Наргиз Мамедовой.